Приветствую зрителей моего канала. Моя мастерская оснащена вроде бы неплохо, но иногда у меня тоже возникают трудности с инструментом. Вот сейчас мне нужно было просверлить стену дома, а стена состояла из кирпича, пенопласта и дерева. Стена 40 сантиметров. Но с кирпичом и пенопластом трудностей не возникло. А для того, чтобы просверлить дерево, я использовал вот такое вот червячное сверло. Но проблема была в другом. В моей мастерской было сверло необходимого диаметра, но короткое. И было сверло меньшего диаметра, необходимой длины. Можно было, конечно, купить новое сверло или купить удлинитель. Но делать это ради двух отверстий я не стал. Я вышел из этого затруднения другим способом. Я взял обычное пировое сверло. Здесь есть штатное отверстие. Я его рассверлил на 4 мм. Потом подумал и сделал еще второе отверстие. И использовал удлинитель. Такой вот под 6,35. Потом на пировое сверло я сделал вот такую вот направляющую. Закрутил двумя саморезами. И при помощи этого приспособления рассверлил на необходимый диаметр. Ну и выглядело это вот таким вот образом. Довольно быстро и довольно эффективно. Скажу еще об одном нюансе. Обычно пировые сверла я перезатачиваю вот так вот. С одной стороны я делаю подрезающий нож, а с другой стороны я выбираю вот такую канавку при помощи маленького камня. При такой заточке пировое сверло работает более эффективно. Ну вот такая вот простенькая рационализация, которая позволила мне решить проблему. Думаю, кому-нибудь пригодится. Кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте мое видео, задавайте вопросы. Ну, конечно, делитесь моим видео с друзьями. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ну и встретимся на моем канале в следующей серии. Всем спасибо за внимание.